Привет всем! Так как, я думаю, это были наши первые Олимпийские игры, и наш вид спорта был первый раз на Олимпиаде, я думаю, что у нас были разные впечатления, потому что сначала мы были просто в шоке от всего, что там происходило, потом мы в каком-то прострации ходили. Нет, просто это были наши первые Олимпийские игры, и мы просто были настолько воодушевлены, мы хотели показать на все, что мы способны, и вообще показать все, что мы умеем. Да. Все, что наработали за это время, поэтому... Мы просто были очень рады. Да. И мне кажется, самые лучшие впечатления остались после Олимпиады, потому что это было, да, что-то новое. Ну, так как мы выступаем еще и за команду 5 на 5, мы знали примерно, как будут проводиться эти, ну, условия, какие будут. Просто жалко, что не было зрителей, ну, из-за пандемии это было невозможно. Мы просто хотели, чтобы больше людей посмотрели вживую на наш вид спорта, потому что насладились этой атмосферой. Да. Просто наш вид спорта, это им можно наслаждаться, и нужно им наслаждаться. И нам бы хотелось, чтобы именно зрители смотрели на него с трибун, болели за нас, переживали. И понятное дело, то, что это было самым огромным изменением, да, в условиях проведения. А, да, мы смотрели несколько матчей по... Это матч называется? Бой. Тэквондо. Когда как раз наши мальчики выиграли золотые медали. Потом мы смотрели волейбол. Да, и мы следили за гимнастом. На Олимпиаде был наш земляк Аблязин Денис. Мы очень болели за него тоже, потому что реально он такой умничка и уже много времени выступает. Да, вообще мы старались смотреть, даже если мы не смотрели онлайн, то мы следили за результатами и смотрели медальный зачет обязательно. Очень много хороших спортсменов, просто у нас не было времени следить за всеми, но мы реально пытались. Мы постарались посмотреть все, что смогли. Да. Ну, наверное, просто то, что была нереальная атмосфера, японцы пытались сделать все для нас, и вообще все, кто создавал эти... Все, кто организовывал Олимпиаду, я думаю, они постарались сделать для нас, ну, реально, они как сделали можно все комфортнее. Все было очень комфортно, все было по делу, никаких у них не было ошибок, это реально, это очень классно. И у нас еще же в последний день как раз наших игр было день рождения. Было так приятно, что нас всех поздравляли, все волонтеры нас поздравляли, и вообще, а в конце нам вообще спели песню, там, девчонки. Да, это было, мне кажется, это нереально, это запомнилось на всю жизнь. Мне кажется, то, что у нас был день рождения, в наш финал, и это был для нас последний день Олимпиады, это запомнится просто на всю жизнь.